Яна Рудковская потребовала прекратить травлю дочери Алсу, но призналась, что болела за другого участника. Российская телеведущая и музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская с возмущением отреагировала на многочисленные сообщения в соцсетях о нечестной победе Микелы Абрамовой, дочери певицы Алсу, на телевизионном шоу «Голос». Дети. Фото, Лилия Шарловская, Яна Рудковская. То, что сейчас началось в адрес десятилетней девочки Микелы, это просто отвратительно, заявила Рудковская в интервью порталу Супер. Она отметила, что действительно, сама считает, что победителем должен был быть Максим Ержан, которого назвала очень одаренным ребенком, но это не значит, что нужно травить Микелу. Это мерзко. Люди вы в конце концов, или нет? Обратилась она к комментаторам. Рудковская также заявила, что в спорте не легче, но засудить сложнее, чем на вокальных конкурсах. «Мне жаль очень детей, которые не выиграли, но они стали героями в сердцах зрителей, на мой взгляд, это гораздо круче, чем победа в конкурсе», — добавила Рудковская. Читайте материал, наставница дочери Алсу Лобода отреагировала на скандал на «Голосе».